Итак, всем привет, канал Раньше Золотая Подкова, и сегодня у нас конкурс, да. Устроила, потому что скоро поеду в Крым, и поскольку много людей, которые живут в России, смотрящие мой канал, то это прекрасная возможность отправить. Отправить? Да, это, наконец, конкурс на вещь. Ну как на вещь? Короче, правила безумно просты. Вам нужно в наличии иметь хотя бы одного любого размера, не знаю какого, просто иметь флока любой фирмы. Вообще не важно какого, просто иметь флока. Да, и вам нужно сфотографировать его и выиграть самая лучшая фотография. Не расстраивайтесь, если вы не выиграете, ведь есть еще два места. Я уверена, что в них-то вы займете хотя бы... А что-то будет. Короче, не расстраивайтесь, если вы не выиграете этого замечательного перекраса жеребчика поделки Флаттерхорса на шлях. Еще один перекрас. Только сегодня купила эту поделку и уже, конечно же, переделала. Вы только посмотрите, как красиво получилось. Так же красиво, да, я знаю. Породу я не знаю, но он породистый. Я взяла этот окрас с лошади, на которую садят меня на конно-спортивном клубе, там, где я занимаюсь. Я зовут Дора, но это, конечно же, жеребчик. Вы его как сами захотите назовете. Ну и, короче, вот такая вот красивая фигурка получилась. И кому-то из вас, кто займет первое место, конечно же, он достанется. Блин, не хочешь фокусироваться? Ну и у него немного, да, я знаю, кривовато, но он стоит и вроде даже все красиво достаточно смотрится для поделки, у которых часто очень кривые ноги. Я выбрала самую лучшую фигурку. Лучшего китайчика, у которого были самые лучшие ноги. Там еще были с всякими остринными ушами, выдававшие себя за лошадь. Но я очень была рада, когда нашла это хорса в этой куче, ведь он выглядит достаточно идеально для перекраса. Вот, как видите, я, как обычно, проработала каждое место, каждое недоступное, блин, место. Вот. Не как раньше. Короче, получился такой же очень красивый перекрас.